по себе зажигает всех. Ну, вот тут у вас сейчас попасть. Да. Вот у нас то в начале метель заморозила аппаратуру, то Дед Мороз куда-то пропал, то наши участники задержались, пробки, метели, пурга. Но наконец-то мы сейчас с вами не зря их ждали. Мы услышим серебряные голоса Башкирии. Каримовы Луиза и Арсен, солисты Сибайской филармонии, участники группы «Салават», лауреаты международных конкурсов. Приветствуем! Поздравляем с наступающим Новым годом. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Извините за опоздание. Рабочий день и пробки, как говорится. Аллах от обширда. Хальдар Агатмисик. Нихальдар. Как настроение предновогоднее? Молодцы. Вы очень все такие красивые, нарядные. Смотрю, вы тут уже зажгли полный. Главное, все трезвые. Все, да? А что, никто не наливает там за углом где-нибудь? Да, зависло. Ну ладно. Я тогда акапелла пока спою. Пока там заминочка, заминочка. Правильно. В доме моем много друзей, звуки музыки да темна, много смеха и много долгих дней, когда я совсем одна. В доме моем всем хватит углов, хватит воздуха и тепла, хватит добрых минут и ласковых слов, не хватает лишь тебя. Без тебя дом мой пуст. Я молчу.